7 ноября Национальный парк Куршская коса приглашает всех на свой день рождения. Гостей ждет квест знатоков, сладкий сюрприз и выступление с дрессированными хищными птицами. Праздник начнется в 11 часов дня в музейном комплексе «Визит-центра». В субботу конный завод «Георгенбург», что в Черняховске, приглашает на конкурс. Победители смогут вне конкурса поступить в филиал Санкт-Петербургского аграрного университета. Детские и юношеские соревнования пройдут и в конно-спортивном клубе «Вершинина». Начало в полдень, приглашают всех желающих. А в воскресенье в форте номер 11 в Дёнхэв проведут реконструкцию полевого лагеря князя Багратиона. По задумке на поле сразятся сразу несколько армий Первой мировой войны. Мероприятие начнется в 12 часов, вход свободный. Воскресный день может пройти и с пользой для здоровья. В лесу возле Светлогорск развернутся соревнования по спортивному ориентированию. Задача спортсменов – пройти по лесу с картой и компасом быстрее остальных. Для участия необходима спортивная форма и хорошее настроение. Соревнование начнется в 10 часов утра. Схему проезда можно узнать на официальном сайте. Ну а если вы все-таки решили провести осенние выходные дома, то непременно включайте Первый городской канал и смотрите хорошее кино вместе с нами. Жизнь старого эгоиста меняется в одно мгновение. Всему виной знакомство с внучкой, о существовании которой он даже не подозревал. Как изменить жизнь холостяка маленькая Салли, расскажет фильм «А вот и она». 7 ноября в 9 часов вечера. А в воскресенье наш телеканал покажет настоящие мафиозные разборки и последствия азартных игр. Карты, деньги, два ствола ждут всех телезрителей 8 ноября в 21:00. Хороших вам выходных!